Какой календарь дали? На каждый месяц улица какая? В честь кого названа? Горький, значит, Горький. Это Есенин. Улица Есенина. Вот он здесь. Ну вот я дал своим, тут Надежда Васильевна ползает, смотрит. А там мешает белый все время. Бумага, как вот пергамент. Толстая-толстая. Кто это такой? Да с галстуком идет. Кто? Островский. Островский. Островский не тот, который писал там стали, закалялась. И смотри, он идет как. Прямо как живой. Да. Вот календарь. Это где-то. Это по какой улице-то он идет? Островская. Улица Островского, так она и есть. Каждая улица названа. Год литературы они назвали. Ну вот так вот. Видишь, как вот люди придумывают. О. Тут надо вдвоем его листать. Один с той стороны принимает листик, один с этой. Вот, пожалуйста. Думали ли они, что тут будет? А ты посмотри, дом-то какой. Короленко. Это что? Короленко, наверное. Короленко. Это на наш дом походит. Ну ты видишь, дом-то наш. Наш дом-то. Да. Наш дом. Он тот, когда-то сарная обгорела. Внизу Коля жил. А дальше там храм, он, видать. Что, точно говорю, да? Давай. Или похоже. Что он несет? Сапоги. Сапоги несет. Ты гляди, видишь, а вон та сапожная, вон она где. Это на Красноармейском. Это надо хорошо знать. Борода шикарная это у него. Наш дом, это точно, видишь, вот эти. Вот на втором этаже мы жили. Вот второй этаж. Это Никитин, да? Вот это вот Короленко. Это Никитина и Короленко. Это мне календарь это дали вчера. Да. А это кто? Ну, Короленко, да? Лесик, я сейчас вот могу даже сказать, какая его высота. Раз, два, 40, 63 сантиметра. А ширина этого листика, раз, подожди, подожди, белый, два, 43. Вот так. Вот, смотри. Вот улица Максима Горького. И вот он. Алексей Пешков идет. Смотри. Ну-ка. 67. 57. 67. Ну вот, давай. И 48,5 почти. Ну вот, видишь как. 48,7. Коррективы внесли. Ну, представить можно, какая это картина. Слепыш. Выздоровел. Я мазал глаза ему святой водой. Котенок слепой был. А тут... Это кто? Ну, Шукшин. Шукшин. Василий Макарович сам на себя смотрит. На памятник на свой. Улица Шукшина. А вот тут у памятника рука-то какая, немытая. Черная. Ну-ка, постой-ка, я с той стороны, может, удобно зайду. Отсвечивает бумага. О! Вот так. Ой-ой-ой. Это она, Надежда Васильевна, у меня ползает. Знаешь, какая? Ядринцева. Ну, кто это? Ядринцева. Ядринцев сидит. О! Вот они, кошки у меня тут. На Ядринцева. Это тоже писатель, да? А? Да-да. Ядринцев тоже там писатель. У него что, собачка заскочила рядом? Да, возле забора. Забор. И он сидит, смотри. И читает газету «Восточное обозрение». Вот видишь, вот, если так взять, у них уже и косточки сотлели. А он оживил их, они как живые. Вот нашелся такой человек, умеет рисовать. Вот, там что-то наклеено было. А это кто? Гоголь. Гоголь. Вот и Гоголь. Гоголь-Моголь. Это кто такой Гоголь? Это птица такая есть. Вот он смотрит, что-то едет на тирей, на это, на санях. А кто там? На облучке кто-то сидит. И там непонятно, красное, это еще красное. Окна? Окна. А вот это откуда эпизод?
Это где он, на этом, вечера на хуторе близ Диканьки, и, видать, этот он на черте-то летал. Вот оттуда, это демон превратился так, и он летает в Иерусалим. О, ну все, да? Все. Ну-ка, давай назад еще подтяни. Это хорошие плакаты. И куда лучше не придумаешь. Писать-то на плакаты. На них. Давай-ка назад посмотрим, как это выглядит. Вот, все, ты его размонтировал в один раз. Давай, подожди. Барнаул, вот. Ну, так понятно, давай. Лиса первый там, все там. Ой, толстый какой. Это можно стены обшивать этой бумагой. Ну, это Савинцев, глава города Барнаула был. Я не знаю, что его перевели куда-то или... Вот, ну, давай дальше. И он говорит о литературе, как важно, чтобы считали люди. Ну, грамотный. Грамотно так сказал. А это вот Александр Сергеевич Пушкин. На улице Пушкина такое вот здание. Деревья там опиленные. И он сидит, нога за ногу, тросточка рядом у него. Цилиндр, шляпа, кучерявый сидит, и бакенбарды. Ну, все нарисовали как должно. Это календарь. А внизу месяц какой это? Январь. Да. И вот видно, нет, январь. Вот он, январь. Это 15-й год. Вот. А вот эта улица Никитина. Покровский собор стоит. Никитин идет здесь. Он рад, что его именем улицу назвали. И шуба у него, видать, бобрик, бобровая. Шуба шикарная. А этот играй, давай. Во! Это что, Ломоносов? Ломоносов. Вот так. И надо же на улице Ломоносов какой-то дом взяли, там сняли, снимок, видать. Фотошоп этот. Какой месяц-то это уже идет? Март. Март. Это по марту, так. Ну, а это вот Лев Николаевич Толстой, как живой сидит. Нога за ногу, рядом ребятишки, он учит кресло такое деревянное. Прекрасная борода, у него дедушка замечательный, как батюшка. Вот так. Пусть кто-нибудь скажет, что неверующий был. Он верующий был. Вот. Ну, а эта улица, говорит, видно, Есенина. Я не знаю, где май месяц. Сергей Есенин, что-то он очаровался. С чем он? Сирень. Сиренью. Вот и сирень. Вот Сергей Александрович сиренью увлекся. Ну, а тут мы уже видели это. Это Островский. Островский. Это улица, вот этот, который писал разные комедии там. Островский. Это не этот, не Николай. Там храм где-то, видать, на этой улице какой-то храм видится. Ну, он отсвечивает, вот видишь, не очень видать. Давай. Ну, это уже совсем рядом. Еще Короленко, наверное. Короленко. И там он главное, сапоги несет. Показать, там сапожная мастерская. Это надо, какие бороды у них. Это наш дом. Это наш дом, да. 147. Это так. Или походит на наш. Не наш, на Короленко, мы на Никите. Игнатий, жили. Это он очень походит на наш дом. Вот это другое вот дело. Первый, второй. Давай. Ну все, дальше мы уже все видели. Вчера мы были на елке, вовремя вернулись, вовремя тут посмотрели, как в небо лупят фейерверки, хлопают. Вот так. Володя, положи тут на пол. Володя пойдет в храм, отнесет прихожанам показать. Ну, зачем так ставить? Володя, возьми. Забери, Володя. Вот так.